копеечку. В России стабилизируются цены на яйца от отечественных производителей, сообщает Ассоциация компаний розничной торговли. Кроме этого, в январе яйца в Россию начали поставлять Азербайджан и Турция. Республика Беларусь за первую декаду месяца удвоила поставки по сравнению с прошлым годом. Новые правила. Госпитализировать людей с диагнозами ОРВИ и COVID-19 гриппом можно только с маской на лице. Такое требование подписал главный государственный санитарный врач Российской Федерации. Также результаты анализов таких пациентов лаборатории должны направлять не только в те медорганизации, которые направили биоматериал, но и в Роспотребнадзор. Для семей. Участники конкурса «Это у нас семейное» будут проходить онлайн-испытания, за которые члены наблюдательного совета, а также партнеры выручат подарки. В числе памятных призов – микроволновые печи, телевизоры, ноутбуки, умные колонки и другое. Будет выбрано от 100 до 600 обладателей призов в каждом задании. Поддержка идей. 30 некоммерческих организаций из Пермского края стали победителями по итогам фонда президентских грантов. Всего за грант боролись более 10 тысяч проектов. Самый большой объем финансирования в размере более 8 миллионов рублей выиграла Пермская автономная некоммерческая организация «Межрегиональная школьная баскетбольная лига» на организацию чемпионата школьной баскетбольной лиги сезона 2023-2024. Будет чисто. Телекамская организация по вывозу мусора «Эколог Групп» займется заменой баков на территориях учреждений спорта, образования и культуры. Всего планируется установить порядка 80 евроконтейнеров для сбора ТКО.